Здравствуйте, меня зовут Евгений Данилкин, и я режиссер нового мюзикла «Жемчужина». Он будет поставлен на сцене Чебоксарского камерного театра к Новому году. Национальное телевидение Чувашии покажет все этапы нашей работы. У нас продолжается кастинг, и мы снова готовы слушать, оценивать и задавать вопросы. Кстати, если вам кажется, что мы мучаем или хотим завалить ребят, которые пришли на отбор, вы сильно ошибаетесь. Мы даем им много различных заданий, чтобы понять, действительно ли кандидат сможет работать в самом сложном театральном жанре – мюзикле. А мне понравилось именно здесь, что не просто театр, это еще и мюзикл, это раз. А во-вторых, то, что это будет все на национальном телевидении, будет все транслироваться, и будет все это показываться, да, потом. Это будет память такая. Меня зовут Олег Никифоров, мне 28 лет. Я приготовил свои стихи. И также я приготовил свой рэп, который я зачитаю в форме стихов, дабы был понятен его смысл. Стих про любовь, как ни странно, называется «Закрытые пространства». Закрытые пространства души твоей меняющие манят. Я вижу город, бешеный, бездушный, но манящий, черным котом тоскливо мимо проходящим. Я растворяюсь кляксой в дневнике твоей судьбы. Закрытые пространства, неизведанный когда-то дивный мир. И ты здесь – линия изгиба, а я – бегущий в никуда пунктир. Хорошо. Рэпа. Просим. Да. Темная дорога, неровный походняк, со струей контроля баяни порожняк. Темные подъезды, прокуренные ночи, никому не верящие больше очи. Я одинок и один, ты одинок, но с кем-то жить медленно ползет наша до финишной ленты. По календарю потерь, серый апрель, души бешеный зверь. Капли души вновь иду прочь, руки по привычке заводят меня прочь, запутывая боль в одеяло темноты, вспоминая то, что мне оставила ты, сладкий запах любви, первые недели, годы разлуки, что так долго летели. Эти темные ночи, бесполезные дни, потерянные люди, странные сны, радостью жизни, бьющие в печень. Спасибо. Перечень боли это... Спасибо. Да. А вот первые строчки, темная дорога, неровный походняк. Ага. Вот сейчас можете вот эти же строчки рассказать как страшилку. Вот мы дети. Хорошо. Мы дети, и вы прям нам в глаза смотрите. Хорошо. Темная дорога. Ага. Темная дорога. Неровный походняк, с устрою контроля баяни порожняк. Темные подъезды, прокуренные ночи, никому не верящие больше очи. Хорошо, знаешь что? То, что задача моментально выполняется. Да. Вот это без хорошо. Без всяких заминок, да. Это прям. Сразу. Я же хотел бы стать звездой. И сейчас бы хотел. Вопрос в том, что просто слава ради славы. Если стать звездой такого уровня, что ты будешь зарабатывать большие деньги там, и ты будешь как бы обеспечить свою семью там, да, то, конечно, хотел бы там этим зарабатывать, этим жить. А какая-то популярность особая мне прям, ну, не нужна. Я больше не за популярность. Меня так люди знают, кого надо. Я из-за того, что мне интересно себя проявить. Вот и все. Короче, ты в лифте. Замкнутое пространство. Но все это в танце. Заскучал парень в лифте, да? Он начинается пантомима. Короче, откройся. Он будет все делать вообще. Все, у тебя истерика началась. Выпустите меня из лифта. Отрос еще так дернулся, и ты на этаж пониже очков. А! Что происходит? Замуровали демоны. Эй! Демоны! Вот, отлично. Поскольку я представитель единоборств спортивных, я не обладаю танцевальной пластикой, но определенной пластикой, определенной грациозностью движения я обладаю. Я как-то постарался показать и... выполнять задания, которые меня просили, с максимальной возможностью, что я могу вообще. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Гурьева Катрина Сергеевна, мне 16 лет. Славы хочется?
Ну, можно сказать так. Ну, просто для себя. Мне нравится танцевать, все делать. Все делать — это что? Ну, например, петь, танцевать. Мне нравится. Я люблю быть на сцене. Я на сцене уже 10 лет танцую. Хотелось бы оценить вашу речь. Что-нибудь, стихотворение, песня? Я птицу счастья свою отпускаю на юг. Теперь сама ее пою, теперь сама летаю. А вдруг Айм что-нибудь? Ну, как ты, на же на сцене же стоишь, на же будет странно, да? Все хорошо, не волнуйтесь. Не переживай. Мы же не слова оцениваем. Попробуй громко пригласить, вот как торговка, которая сейчас на рынке пирожки продает. Видела, да, их? Да. Какие они. И вот всех тех людей, которые там находятся, сейчас позови сюда. Пирожки горячие. С картошкой и мясом у тебя пирожки. Именно, запомни, с картошкой и других мясом. Других нет. Продаю пирожки с картошкой и мясом. Не верю, не хочу их покупать. Я должен захотеть, я должен и есть захотеть. Я сегодня с утра не ел, вот давай, чтоб я сейчас слюной подавился. Давай, расскажи мне, какие у тебя пирожки вот у тебя. Печеные, жареные, сверху прожаренные, снизу подгорелые. Снизу подгорелые. Ну давай, давай, не зажимайся. Ну что-то, ну есть же в тебе что-то. Ну ты что, удиви! Покупаем пирожки печеные с картошкой и... А я продаю, да? Ты покупаешь, я продаю, нормально. Все хорошо. Пирожки печеные, жареные, эх, налетай, народ! Давай что-нибудь. Пирожки печеные... Выдохни, сейчас серьезно, все, давай успокоимся все вместе здесь. Выдохни и давай. Пирожки печеные. Да хоть с чем уже. С чем тебе больше нравится? Пирожки печеные и с яблоками, я не знаю. Все хорошо, отлично. Меня попросили подавать пирожки, но я делала это в реальной жизни. Это было... Я, конечно, не думала, что надо будет так кричать. Я не кричала, когда сама работала. Я просто... Люди приходили, я им давала, продавала, то есть... А здесь надо кричать, показать, как ты кричишь, так, прям свой голос. Я болею, у меня еще голос не такой громкий, но было как-то неудобно, стеснялась там. Strikes upon their hall, and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done all right up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, loneliness calls. Как у нас с хореографией? Танцую перед зеркалом. Отлично, мы зеркалом. Перед зеркалом. Отлично. Голос танцевать, чем я никогда не занималась, но правда иногда перед зеркалом бывает, я же девочка. Вот, ну, я вспомнила парочку движений, которые мы проходили, наверное, вот в лагере, я ездила на сгущенку, там молодежный форум замечательный, и там был мастер-класс по хип-хопу. Я вспомнила пару движений, показала что-то свое, придумала там.
Я открытая, я настоящая, я, может быть, сумасшедшая и артистичная. Для начала я вам хотела бы рассказать стихотворение Владимира Владимировича Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». Класс. Давайте. Давай. Били копыта, пели будто гриб, грабь, гроб, груб. Ветром опита, льдом обута, улица скользила. Лошадь на круп грохнулась, и сразу за зевакой зевака штаны, пришедшие кузнецким клешить, сгрудились. Смех зазвенел и зазвякал. Лошадь упала! Упала лошадь! Смеялся кузнецкий. И лишь один я голос свой не вмешивал в вой ему. Подошел и вижу глаза лошадиные. Улица опрокинулась, течет по-своему. Подошел и вижу за каплищи по морде катится, прячется в шерсти. Хорошо, скажи мне только одними своими глазами без слов, что ты хочешь пить. Давай, давай, у тебя очень, я повторюсь, у тебя очень выразительные глаза. Я хочу ей бутылку дать. Можно? Все хорошо. Победила. Бери, бери, забирай. На самом деле я не пою, но не пою. Пою, но не пою. У меня есть чувство ритма, чувство такта, но высокие ноты не про меня. А вот на гитаре как раз можно такую душевную взять песенку, где поменьше букв «Р». И ровно 1000 лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули, мы в разных местах. И мы идем ставить кофе под Элвиса Пресли. Кто-то сбежал под протелис. Вообще чистый. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Так же я вам хочу. Так, еще раз, танцевать? Варя, тогда слез уже. Все, давай, мы хотим посмотреть, как ты танцуешь. Добей нас танцем. Отлично, пройдите, сейчас, пожалуйста, реально, да. Это крутой моноспектакль был вообще, было... твой собственный, это мега крутой в танцах, в театре, в песнях, где угодно, вообще, давай, вот там. Все, абсолютно, ты очень клевая прям. Уже прошло 3, наверное, года, как я не выступала на публике, и вот, соответственно, реакция, вот такая у меня мандраж. Меня зовут Чернова Анастасия Николаевна, мне 24, хочу выступать, петь, танцевать, и, ну, короче, это мне очень сильно нравится, я с детства, в детстве была мечта такая, чтобы выступать на сцене, но мои родители были против, и я как бы в другом направлении пошла, а сейчас как бы я уже выучилась и хочу... Когда да, все сама, да. Я хочу. Это не прошло. Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой. Встречать рассвет и слышать, как проснешься не со мной. Мне стало так легко дышать в открытое окно и повторять. Ей лишь одно.
Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай, чтоб не нести. Вдоль ночных дорог пепел любви в руках, сбив ноги в кровь, пульс его теперь в твоих глазах, не потеряй его и не сломай. Так, давайте посмотрим, как вы сейчас импровизируете с речью немножко. Вот вам ситуация. Я ваш молодой человек сейчас, который вам изменил. И вы об этом только что узнали. Действуйте. Ух ты, сволочь. Как ты мог? Неправда. Вы сами себе сейчас поверили, нет, скажите. Не верю, Станиславский. Как ты мог? Что, как ты мог? Тебе парень изменил только что, все. Реакции же разные бывают. Вот именно, что реакция бывает разная. Ты, может быть, вообще ничего могла сейчас не сказать. Ты даже... Не-не-не, зачем? Да ладно. Наконец-то. Отлично. Ну и как там? Нет, реакция может быть разная, но настоящая она должна быть. Скотина, как ты мог, как ты посмел? В начале отношений ты говорил мне, что ты меня любишь. Ты говорил такие красивые вещи. Я доверилась тебе. Я... С подругой изменил лучшее. С подругой, понимаешь? Нет, вот твоя лучшая подруга, которой ты доверяла все секреты. Вы представляешь, ожидали. Они тебя оба предали просто. Не смейся, ну чего ты смеешься? Кто так реагирует? Или у тебя это шоковое состояние, ты улыбаешься? Я нет, тебя не понимаю. Я давай, у тебя отлично пошло. Но мне сейчас, ну, чтобы ты матом ругалась, ты понимаешь? Нет, я не буду матом ругаться. Нельзя. Не буквально внутри, внутреннее состояние. Ты все, ты уже истеришь. Чтобы я, да. Старалась сдерживать себя и спокойно поговорить с парнем. Но нужно было как бы взорваться и выплеснуть все изнутри. Не держать в себе, а вот реально выплеснуть, и чтобы внутри ничего не осталось. Чтобы боль вся на него, энергии и вот такой вот. Взорвись уже! Я тебя просто ненавижу! Как ты посмел? Я не отлично! Могу! Отлично! Супер! Классно! Вот, первый. Все, хорошо. Круто! Вот, есть голос, все. Можете. Прям все, я испугался. Я была уверена. Изначально я была уверена, что я пройду. А сейчас я 70 на 30, что пройду. 70 пройду, 30 не пройду. Я люблю, когда на меня накладывают ответственность, потому что я знаю, что я справлюсь. Несмотря на то, что я очень люблю совершать ошибки какие-то. Мне 18 лет. Раньше участвовала только в школе. Вот актерские какие-то сценки ставили, меня приглашали. Ну, потом как-то это все так же со школой забылось. Я пару раз участвовала и потом занялась только вокалом. А что у вас с хореографией? Я в детстве занималась танцами 3 года. Я... Давайте посмотрим. Там. Давайте вот сейчас. Ну, мы знаем, что вы хотите спеть, то, что у вас, что вы поете. А вот давайте вы... А что именно? И симпровизируйте. Елизавета, скажите, а что вы хотели сказать своим танцем? Просто музыка очень напоминает «Алису в стране чудес». Поэтому я решила, честно, что... Честно, я зайку увидел. Что-то хорошее, что-то интересное. Ну, вот она попала в лес впервые, ей все это незнакомо, но это ей не кажется злым, что ли, поэтому она продолжает идти, видит что-то красивое, непонятное, и ей это интересно. Вы хорошо. Не соврали, вы чувствуете себя органично в музыке, а русскую народную слабо? Вот так. Просто сейчас импровизировать, я не знаю, калинку, малинку, что угодно, сможете? Это не
Отлично! Супер! Они пришли сюда работать артистами, актерами. Я режиссер, я буду на ними издеваться, как хочу, все. Я шучу, на самом деле, не надо этого отправлять. Нет, на самом деле, просто это актерское мастерство, предлагаемые обстоятельства должны быть как можно резче, острее, чтобы... Ну, для чего? Для того, чтобы на сцене они лучше читались. Ну, жюри очень доброе, открытое. Как ни странно, вот несмотря на то, что я болею, у меня все получилось. Я думаю, я там начну кашлять, еще что-нибудь. Там уже воды попила, уже не знаю, чем заняться. Главное, чтобы все было хорошо с горлом, потому что голос – это мое все. Просто давай улетим вместе туда, где тепло, и время тянется так медленно. Просто давай улетим, мне с тобой так легко, я навсегда в тебе потеряна. Просто давай улетим вместе туда, где тепло, и время тянется так медленно. Хорошо, спасибо. Я замужем, у меня двое детей. Я работаю. Работаю руководителем отдела кадров. Как бы все серьезно, но я стала понимать, что мне очень хочется творчества. Один раз в год сады цветут, весну любви один раз ждут. Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Один лишь раз, один лишь раз. А звезды тихо падали, когда цвели спасибо. Сады. Спасибо. Так, что еще у вас сегодня есть? Другую песню или? Нет, возможно, какое-то стихотворение можете нам рассказать? Или басню? Стихотворение, конечно, я не готовила. Да ладно, слушайте, ну со школы, мне кажется, все помнят хотя бы одно стихотворение. Любое вообще. У лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет налево, песнь заводит, направо сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Отлично. Как с хореографией у вас? Рок-н-ролл хочу. Я занималась восточными танцами, когда-то давно стрип-пластикой занималась. Ну, мы ходили с мужем танцевать испанское, немножко только. Все, спасибо. Немножко не так прошло, как задумывала, но не знаю, как получится. Да. Я чувствую себя звездой, я, возможно, так даже считаю иногда. Завышена самооценка. Сергей Есенин. Черный человек. Друг мой. Друг мой. Я очень и очень болен, сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только кроще в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица, ей на шее ноги маячить больше не вмочь. Черный человек, черный, черный человек. Черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь. Черный человек водит пальцем по мерзкой книге и гнусавя надо мной, как над усопшим монах, читает мне жизнь какого-то прохвоста из-за булдыги, нагоняя на душу тоску и страх.
В декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели заводят веселые прялки. Был человек тот авантюрист, но самый высокой и лучшей марки. Просто такие впечатления, вот как будто вот это вот то, что накопилось у меня вот за эти многие годы, которые вот я не выступала на сцене. Раньше я тоже ходила в театральную студию. И вот я сегодня, когда читала Есенина «Черный человек», я просто все свои эмоции выплеснула. И жюри, ну, по достоинству оценили, они просто рты открыли, и смотрят, говорят, это просто восхитительно. Я даже не знаю, что спрашивать. А танцуешь-то, нет? Я танцую, да. Кей-поп, кавер-дэнс, правда, но ничего. Отлично, я не понял, что ты сказала. Покажи что-нибудь, сможешь? Подождите, я хочу увидеть развитие. Действуй! Давай. Отлично! Танцуй на камеру, отлично! Поворачивайся, да, прям к камере подходи! Счастливый день в моей жизни! Это будет, если меня возьмут в мюзикл, и я смогу выступить в «Жемчужине». Это будет для меня просто... Это будет мой самый счастливый день в моей жизни. На этом мы поставим очередную запятую и потомим вас еще неделю. Время летит совсем незаметно. Не успеете оглянуться, и мы уже будем приглашать вас на премьеру. До встречи на национальном телевидении «Чувашии» в следующее воскресенье.